Если по вечерам ваш муж где-то пропадает, не спешите расстраиваться. Возможно, он играет в хоккей. Уже 2 года в России существует ночная хоккейная лига. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде любительские команды сражались за кубок полпреда президента России в ПФО. После трудового дня они спешат не на диван, а на каток. Эта лига потому и названа ночной, что играют в ней любители в свободное от работы время, то есть поздним вечером и ночью. Ночную лигу создали в 2012 году по инициативе Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. За 2 года соревнования охватили практически все регионы страны. Сегодня в России на любительском уровне в хоккее играют более 3000 команд. Около 100 тысяч игроков самых разных профессий, возрастов и национальностей. В Нижнем Новгороде соревновались 16 команд из регионов ПФО. Из Чувашии биться за кубок отправился звездный состав. Наша команда так и называется – «Звезда». Игроки из Чувашии вышли в плей-офф, однако в этот раз главную награду взять не удалось. В дивизионе любитель 40+. Первыми стали нижегородцы.